Привет из Сиэтла. Сегодня Subaru Sambar, полный привод. А вот тут бывает такое, да. Местные самосходят, товарищи. Полный привод, пятиступка, пробег 65. Два с половиной пробег. Поменяли свечи. Так вот здесь секретный такой. Там масло надо поменять. Там свечки. Тенцо. Новые поставили. Фильтр. Ехал, короче, сейчас едет бодро. Видать, все-таки свечки плохие были. Там троил, пердел. Оп, свет включаем. Так, чистенький. Свет горит. Доступ к мотору сзади. Мотор сзади, коробка сзади. Развесок хороший. Супер делюкс, 35 килограмм, АВД. Едет очень хорошо. Кабина для меня 1,71 м, очень просторная. Enough room, runs great, jumps, start perfect, starting, shifting, everything good. Нет, техосмотр кончился. Еще не кончился. 2020 год. А, еще, кстати, мыть надо, так грязный. После Японии. Грязь японская еще. Грязь японская. Классный грузовичок. Едет бодро. Еще такие бывают суперчарджер. Суперчарджер, конечно, едет очень хорошо. Такая оценка 4. Great 4. Покажем мотор. Engine room. 4 цилиндра. 4 цилиндр. Inline 4. Такой вот. Subaru Clover. Мотор. Завтра помоем, пыль сдуем японскую. Очень приятно ездить на нем. Мотора не слышно. Еще раз запустим. Снизу еще глянуть, да? С полтыка. Новый фильтр воздушный. Свечи. Завтра масло поменять. Вот VIN number. Здесь у нее КС-4 обозначает полный привод. Радиатор у нее спереди. А тут у нас расширительный бачок. Масло. Тут уровень. Аккумулятор. Battery here. Бензобак. Так, и вот у него тут радиатор, доступ сюда. Радиатор, флюид. Как страшно щелкает, то здесь радиатор. Омывалка, флюид, фронт, windshield.
все отлично. К бою готов. Надо эти вот штуки показать. Может, кому пригодятся. Ну, бывает с кондиционером. Этот без кондиционера. Но зато состояние хорошее. Спасибо хозяину в Японии. Молодец. Зимняя резина. Winter tires. Хороший головастик для работы. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Ну что, до встречи. До завтра. Пишите отзывы, комментарии.